Да. Обмен. На Джайна на сундук можно будет? Я так напомнил, на запись. Если никому ничего не надо, заходить. А перерол? Мне надо только цветение. Я отойду на пронизу. А года чтем мой этот ролл на Лока. Кому-то нужно в Джайна цветение и метательное. 3 минуты перекур поставьте и это начнем. Дай системе метки РСКБ. Сейчас. Чё, пианист, все молчат, тогда можно зайду на суд. Если никому не нужно если... будет. Кому не нужно, зайдешь. Цветение тут в принципе никому не нужно, я посмотрел. Слышишь, кинь ассист. Я уже дал. А чем мы ждем? Пока перекур закончится, ждем. А в сундуке что-то осталось или нет? Обычный заберите, токен. Что-то осталось. Обычный токен. Кисло, выкинь токен с сундука. Кстати, а если за этим сундуком прятаться? Типа на каких-нибудь АОЕшках, а? Так он же пропадет вроде, нет? Ну да. А почему должен пропасть? Типа, если его лутанули, он со временем пропадет. Нет, если ты в нем шмотку оставишь. Ну так выкидыш же пропадает сундук с лутом. Тут я думаю так же. Ну как раз на пул останется. Там эвэдить что-нибудь. Он вроде минуты 3 стоит. 5 может. Придумал, короче. Как забайтить шипы? Запрыгиваем все на сундук, и шипы проходят под нами. Выше ножки, да? Да-да-да. Я ночь. Хорошая тактика. Катализаторы, правда, бить надо. Щелкнуть, чтобы сопрот не тикал. Я помню, короче, играл на ЛК, на Ювове. Там, когда лича, ну, так же били, во время каста, точнее, после каста, он сразу выкидывал с комбата. И типа, что делали люди? Во время каста нажимали Alt F4 и обратно заходили в игру. Ну, и появлялись, естественно, на платформе. И дальше били лича. И в один такой прекрасный момент, я помню, в десятке, у нас целый рейд вышел. И нам пришлось босса бить заново. А для чего? Ну просто, чтобы, ну, по приколу. Босс стоит там, ну, вихря, ты его стоишь и бьешь. Как бы, никакого факти... ну, никакой пользы от этого нету. Так много делали. Там еще типа на БГ можно было свалить, выйти потом и добить. Да-да-да, и на БГ тоже можно было. Ну только какие-то у вас тактики были тяжелые, альтов 4. Слава там перерыв закончится.
По-моему, закончился, нет? Эдвард, блядь, что ты от меня хочешь? Распределяй, я на выйди. Заходите. Распредели, потом зайдем. Ты ж забудешь, какую я тебе метку назвал. Да, конечно. Адмирал Матеола Луна, Холи Паладин Череп, Полина Звездочки, Кирсгорм в трусах. Было нет. Подожди, я Хевлер, что ли? Делорус Череп, Казум Звездочка, Сантей Луна. Я в черепе, нет, да, я в черепе, Кислый в трусах, Кисаями везде, Фарада в луне. Френзик, ты в звездочке, Ход, луна, Редвар. Трусы. А меня взяли? Вага в черепе. Карина в луне, Мозор в черепе. И получается, и гречка в трусах. Где кислород? В трусах. Лена, я не понял, ты меня с хилами назвал? Или мне показалось? А тебя ебет! Я тебе назвал просто метку. Ну, заходите. А что ты меня сказал нету? Я слушаю. Тебя не было, потому что ты в трусах. А, и прость, забыл двух престолов. А, тогда Неликс в трусах, прости звездочки. Хорошо, давай. Ну я же говорю, что ты же долбоёб. Вот, говорю, заходи, ты забудешь, какую метку я тебе назвал. Ты на тела стригировал. Пишет мне в ПМ, лунаш я, да? В трусах. Напротив Полины. Ладно. 5 скилл лучше вытащить с панели, да? Если у вас есть какой-то Т5, получается, вы способность Т5 вытаскиваете к себе на панель, у вас кнопка не прожмется или не появится совсем. Посмотрите френдика. Да. Поэтому сейчас с панели скилл убираете, и пишите себе макрос. На самом деле я хотел просто стригерить Гену. Купол света. Нахамите кто-нибудь. Не купол света, а щит света. Купол света — это мой скилл. В смысле, не справили? Был купол света. Купол света — это мой скилл. Я сегодня специально смотрел на Джайне. Щит света. Ты дебил или прикидываешься? Блять, я сейчас тебе открою стрим и покажу. Френзи, Греча, Полина, Ход. Инту, Фарада, Хисаями. Вага вроде бы нет. Ну его, значит, что? Справили. Раньше он был куколс. Там, блять. Ну сделайте что? Два. Сделайте щит света и куколс. Фарада, ну числи магом по соточке. Чего, я бафнул инту. Антон три раза уже бафнул инту. Последний раз даю проверку. Кисло, я не знаю, я распределял. Если люди не видят инты, значит им не хватает своей инты. Френзик, звезды. Запускаю босс. Кисло, освободи сундук, пожалуйста. Какой? Ну, вот он сейчас стоит. Бафы смотреть. А хуй его знает. Гений токен закинь. Кисло, повтори, где я на бога был, не слушал. Да в звездную вет. Окей. Не надо никому ничего объяснять. Ты рассказал, не услышали, блядь, их проблем.
Сами отслеживаем. Да блин. Что? А что ты хотел? Не все так просто. Да не знаешь, сидеть, типа, вот я сегодня на локе сидел, считал косты, ебать, отслеживал проки. Ты можешь для себя отсчитывать. Каждый сам для себя. Так в том-то дело-то, что мне-то насрать. Будет зато чем заняться на первой фазе. У меня как бы там свой отхил дубовая кожа. Девка с тобой Джайна общается. Ну, типа, разбежались. Разбежались. РТД свечнулись. Блядь. Ты не того забрал. Забери следующего. Ладно, стаки собирались. Разбежались. Обычно в это время уже моб сливаться должен. Разбежались. РДД свечнулись. Перебежали. Заберите сгусток. Разбежались. Сбежались.
РДД свечнулись. Разбежались. Давай это, собирайся ты, а то сейчас еще один каст, шторм шейн будет. Все, РДД свечнулись. Разбежались по меткам. Прожали кнопку. У меня нет кнопки. Макрос не работает. Владимир, а у меня нету Т5, понимаешь? У меня нету от Т5 ничего. Лучи. Дайте рибов. Метеоры. Лучи. Тут тоже макрос не работает. Метки. Да, не работает. Френдик, подними паладина в черепе. Метеоры. После метеоров сразу поползут. В черепе паладин лежит. Френдик, поднимай. Встанешь после коллапса паладин? Лучи. Метки. Метеоры. Куда ты с... Элбрил, себя подхилишь? Лучи. Понятно. А кто у нас такой умный уже в трусах? Метки. Кислый Элбрил поднимешь, метеора. Ползут. Сразу будут лучи после коллапса, великий. Трусы выйдет. Блять, метку сзади в трусах кто закинул. Я говорил уже. Элбрила засейвить. Дайте мастер аур на огонь. Пианист мой сокровенный. Свои сейвы прожмите, не знаю. Я уже дал все. Лучи. Лучи. Чё, блять, один? Метки.
Метеоры. Монород, подними адмирала в черепе. Ой, в черепе, в луне. Давай. Я тут рядом, давай я. Хорошо, Метеола, поднимешь адмирала, у Монорота последний бой расстанется. Демона тоже поднимите. Монород, тогда поднимешь Казуму. Этот СС киньте по хилам. Сантейн адмирала, Казумна попала и Долорус стал. Это нарушает. На кого еще раз гевку? Сантейн адмирала, Казумна попала, Долорус Матеола, нати. Вот кот не убежал, да? Красавчик. Что, блядь, косты не смог? Буря. Мозер фраза. Буря. Девка Хисаями. Буря, Фарада Матеола, метки. Дайте Геру, сливайте метки. Натиск. Буря, Метеола, Мозер. Фьер только не ловите на куполе. Луч. Луч. Аспеты под боссом. Адмирал без маны. Левна. Далэмор. Далэмор. Буря, разум ты пал. Купол. Кончик. Условит фира охренеть. Гена, я когда запомнил, как тебя убило. Сегодня в ДВШ. Сам станешь. Нечем. Окон. Около рейда. Буря. Друзья. Пипал Артемия. Прям в рейде стоит ледяной образ. Позбивайте косты, роги, ДКшки, вас. Добивайте два дня. Бля, я сейчас, короче, что-то бегу. Мне показалось, что, ну, так как купола нет, на секунду показалось, что купол пропал, как бы все, ну, вышли на фазу. И бегу в центр. Портал. Чё мне что-то говорит? Портал. Бой. Можно... Ты видишь, где я лежу? Бой. В этих местах я не замечал. Лёх, Настя пишет. Никого сумонить не будем, сразу открываю. Сундук, Насте нужен тапки. Духовые.
первых не открываю, во-вторых, портал мне, блядь, сколько просить. Бой! Комбо ошибный. Третий раз сказал. Адмирал, как называется макрос? Я скинул во флудилку. Я сейчас только что по нему этот смог выжить. Что ему нужны? Что? Насте тапки нужны. Ну, раньше это был купол света. Канал. Переименовали, потому раз, что да. Не совпадало с Т5 престолов. Они бы лучше тогда изменили у Т5 престолов. Давай портал. Бой. Вот сейчас спал. И на цветение там варыша. Сметательно. Дайдра за тапками. По-моему, все. Кто-нибудь еще один выйдет? У меня есть предположение, что это из-за новых тотемов и идолов. У кого есть новый тотем? Потому что до этого... У меня. Потому что до этого у меня никогда не было проблем с кнопкой. Кто? Фрэндик, тебе ничего не надо? Он уже написал. Твой идол... Можно спросить, а как у нас БДК дал 10% общего ДПС на третьей фазе? Если там медитирует. Ну, народ, выходи. Сумонти, получается, Йотсю Сумонти. И Сумонти, да, и Сумонти Дайдре. Он на трэшу с концерта рвался. Да нет, у него 5 лямов джайну. У меня 3,5 ляма в джайну. Там вот типа БДК 10% общего урона, потом 7 РДДшников. Как? Я сам не понял, в конце у меня последний удар лям 500 ударил. Сколько, блядь? А, это, видимо, он последнюю тычку, когда вот 3 ляма ей снимаются, и, видимо, вот это ему зачли. Ну, да, у меня общий. А я именно третью фазу смотрю, типа, третья фаза у гречки 5 лямов урона общий-то. Да, на конце третьей фазы. 2700 даже дал, там вон при аккаунте видно. Кому-то нужен осколок или нет? Ну, опять же, осколок, опять же, я могу на успех быстро забрать. Все, призвание. Да, все. Открывай. Ну ладно, четвертый раз отдыхаю. Короче, так все-таки щит света или купол света? Щит света, купол света это Т5. Щит света, понял. Купол света. Сейчас щит света. Фетя же сделала на всякий пожар. Угу. Сегодня в ДВшниках упал. Да в ДВшниках каждый КД падает. Чё там Дасти было, надо было? Ничего не выпало, то что нужно было. Там цветение, метательный этап. Ебучая книга. Их всего 2 падало, да? А, ход не знаю. Что за книга? Да, дух крит. Зато, сука, гаджета она, сука, 5 КД подряд падает. Давай через это, через слэшор. Маунт Ро. Матиола 86. Потом Полина 69. Ну, Матиола уже вот третий раз мы ее сейчас выиграли. Мне вообще ничего не дают, я роли, понимаешь, вообще постоянно. По приору они катают, то еще что-то не катают. Кому отдаем, конечно. Кто порол? Первая Матиола, вторая Полина. Полина. Да блин, да вы что, шутите? Почему так? Не на вагон. Знаешь, почему? Кто-то с первых убийств
джайны ходят за этой хуйней. А кто-то только недавно пришел. Вот почему так. Все, ЕП дали расход или не дали? Справедливо. Парада, там не 200. Да. А, ну все вижу. А кто три раза кидал на маунта первый ролл, в итоге его забрал? Планета. Это инопланетянин. Он сотку сейчас каждый раз ходил. 200 это за профа дал. Да нет, все, я просто видел, что начал. Расход.